Мы вас уверяем, она перевернет ваше представление о воде. Она перевернет ваше представление о здоровом образе жизни. Она изменит все. Мы приглашаем под ваши аплодисменты на сцену директора по маркетингу компании «Барьер Рус» Марию Кулешову. Привет, Гринвей! С днем рождения вас! Счастья вам и успехов! А я расскажу вам сегодня о воде. Ведь человек на 70% состоит из воды. Даже потеряв даже 2% этого объема, он чувствует себя уставшим. Он теряет концентрацию, он теряет работоспособность. А мы постоянно теряем воду. Каждую минуту мы потеем. И нам эти потери постоянно необходимо восполнять. Мы должны выпивать не менее 2,5 литра воды в день. А если мы находимся в жарком климате, занимаемся тяжелым физическим трудом, это количество может возрасти дважды. И человек вместе с водой получает массу полезных минеральных веществ. Но одновременно вода содержит в себе загрязнения, которые вредят нашему здоровью и могут привести к возникновению всевозможных заболеваний. Какая же вода подойдет нам идеально? Какая же вода является наилучшей? У этого вопроса есть 2 ответа. И один из них дают наши контролирующие органы. Они определяют качество воды в терминах ПДК, то есть предельно допустимых концентраций. Они говорят, в хорошей воде не должно быть загрязнений. Или загрязнение должно быть не больше, чем. Такая вода не вредная. Они говорят, вода хорошая, если она вам не навредит. Но является ли такая формулировка оптимальной? Является ли такая формулировка правильной? Второй ответ на вопрос о качественной воде дают нутрициологи. Они говорят, вода должна быть не только не вредной, она должна быть полезной. Она должна давать нашему организму нужные ему минеральные элементы, соли в строго определенных концентрациях. Где же найти такую воду? Где ее взять? Самый первый ответ, который приходит на ум, это купить бутилированную воду. Но ответ быстрый, но далеко не самый оптимальный. Ведь бутилированная вода – это прежде всего пластик. А все мы прекрасно знаем, насколько сильно пластиковые, одноразовые пластиковые бутылки загрязняют нашу планету. Конечно, мы уже научились их собирать и правильно утилизировать. Но ведь проблема не только в самом пластике. На производство 1 литра бутилированной воды уходит 3 литра воды технической. То есть прежде всего это снова расход воды. А сколько СО2 выбрасывается в атмосферу, когда грузовик едет из точки А в точку Б? Все это не оптимальный вариант. В России очень много, в России вода очень разная. Во Владивостоке или в Хабаровске, и одновременно в Санкт-Петербурге вода очень мягкая, она требует одной очистки. В Краснодаре, на юге, в Туле вода жесткая, требует другой. Где-то водоканал работает лучше, где-то водоканал работает хуже. Но в любом случае в воду добавляют хлор. То есть вода приходит к нам в дома уже загрязненной. При этом больше половины людей в нашей стране воду не фильтруют вообще. Они считают, что и так все хорошо. А те, кто фильтруют, они очищают воду до нуля. Они оставляют просто H2O. Думая, что минералы, полезные минералы мы получаем из пищи. Или из витаминок, или из БАДов. Но наш организм привык получать минералы из воды. Ведь наша физиология не менялась со времен палеолита. В это время, в те древние времена, мы привыкли получать минералы из воды, и поэтому природная родниковая вода кажется нам такой вкусной. Как же дать нашим близким, как же дать всем людям, которых вы касаетесь, как дать им самое лучшее? Как дать им самую лучшую воду, которую вы только можете найти? Сегодня, я уверена, вы узнаете ответ на этот вопрос. У многих в зале, скорее всего, все равно возникают вопросы.
а где же, собственно, новый обещанный продукт? А я тебе скажу, Марин, надо набраться терпения. Не мне вам напоминать, как важно в работе и в жизни это качество. Терпение, быть терпеливым, как камень с чудесными природными свойствами, о котором сейчас, собственно, пойдет речь. Ну что ж, мы вас окончательно запутали, да? Настало время долгожданной премьеры. Смотрим. Внимание на экран. Чистое, вкусное, полезное. Такой может быть вода в вашем доме. С диском-активатором V-Lab Aquarifoner. Сила природного циолита для безупречного качества воды. Уникальная структура минерала надежно связывает и удерживает вредные вещества, одновременно обогащая воду полезными микроэлементами. Диск смягчает воду, нормализует pH и защищает от появления накипи до 6 месяцев. Почувствуйте чистый вкус своих любимых напитков без накипи. Просто, экологично, надежно. С диском-активатором V-Lab Aquarifoner. Ну, наконец-то. Да, все мы выдохнули, друзья. И мы приглашаем на сцену под ваши аплодисменты Галину Пономареву, GM2, город Ставрополь. Только что был презентован новый продукт. Как вы думаете, почему его дали мне? Наверное, потому что я не только бизнесом занимаюсь, я еще мама, я еще бабушка и я еще хозяйка. И мне очень немаловажно, что пьют мои родные и близкие, на какой воде мы готовим. И это, я считаю, что вода – это самое главное, что вообще должно быть в доме чистым. И вот тот продукт, который дает нам Greenway, он помогает нам во многих вещах. Первое – мы можем больше не чистить свой чайник внутри. Мы можем просто взять диск, положить его в чайник, закипятить воду, и вода будет у нас чистая, еще и насыщенная микроэлементами, и ее можно просто пить. И диск не нужно вытаскивать из чайника вообще. Его можно опять наполнять водой, опять кипятить и опять пользоваться. И диск будет служить вам полгода. И я вот подумала, знаете о чем, друзья мои? Классно! Продукт, а какой крутой! Вы представляете, что, к сожалению, в нашей большой стране далеко не в каждом городе чистая вода. Где-то там переизбыток йода, где-то там очень много разных примесей. А мы с вами строим бизнес не только в нашей стране, но еще и за рубежом. И теперь вы можете взять этот диск, положить в сумочку и в любой стране пить абсолютно чистую воду и не думать о своем здоровье. Я сама не посчастливилась получить этот продукт первой, открыть его первой и испробовать. Ребята, вода классная, чистая, вкусная. И это, вот я считаю, что это в каждом доме будет крутой находкой. Это будет нашим топовым продуктом, это будет нашим классным рабочим инструментом. Но самое главное, что все мы теперь будем пить чистую, полезную воду. И при этом мы можем с вами сэкономить. На чем? На фильтрах для очистки воды. Можем сэкономить? Можем. Еще на чем? На времени, чтобы не тратить на мытье чайника изнутри. Тоже можем? Тоже можем. Время – это самый главный ресурс. И для каждой хозяйки он очень и очень важен. Поэтому я очень жду, когда этот продукт будет доступен абсолютно всем. И мамы, хозяйки, бабушки, все меня, я думаю, поймут и поддержат. С новым продуктом вас, друзья мои! Это еще не все о воде. А куда же уже больше? Я уже не знаю, куда же еще чище, куда же еще полезнее, Марин. Ну куда? Но ты знаешь, для Greenway Global нет предела совершенству. Внимание! Всю мою жизнь природа вдохновляет меня и позволяет быть в гармонии с собой. А быть ближе к природе мне помогает V-Lab Aqua. Почувствуй нетронутую природу, как из самых первозданных мест нашей планеты. И все это с новым инновационным продуктом V-Lab Aqua.
– это два вида уникальных фильтров. Вэллап Аква PH Balance очищает и ощелачивает воду для питья без кипячения, гарантируя безопасность и высокое качество. После фильтрации вода улучшает пищеварение. Вэллап Аква Immunity обогащает воду фтором, магнием и цинком, а ее полезные свойства сохраняются даже при нагревании. Вода укрепляет иммунитет, улучшает сон и работу мозга. Для удобства к фильтру добавлена кнопка с индикатором. Она покажет, когда необходимо заменить кассету. Пей только чистую и полезную воду. Позаботься о себе и здоровье своих близких. Вэллап Аква. Новый уровень очищения воды. Вода для повышения настроения и повышения трудоспособности – это, конечно, самый крутой подарок, Марин. Мы приглашаем на сцену Ирину Журавлеву, GM2, Новокузнецк. Всем привет! Ребята, большая честь рассказать про кувшин, который есть у каждой женщины в доме. Руки поднимите, у кого он есть. Вы большие молодцы, вы уже подступились к здоровью практически, кажется, на 100%. Я сама в восторге от того, что для нас сделали производители. Я реально в восторге, потому что чем старше ты становишься, ты реально понимаешь, что здоровье – это драгоценность. Так вот, смотрите, для нас сделали продукт, который каждый из нас будет использовать и молодеть. Кто хочет молодеть? И я такой же вопрос задам на 8-летии. И я на лице увижу, кто имеет кувшин дома. И знаете почему? Потому что производитель сделал потрясающую вещь. Они продумывали не только качество воды. И все реально понимаете, когда вы говорите, да, я знаю, я на 80% состою из воды, миленькие мои, вы уже высохли. Вам нужно пить много. Все, и я так, и вы. Поднимите руки, что вы не понимаете, что вы не допиваете воду. Я знаю, что в зале будут сидеть умные и скажут, а я допиваю, я 2 литра пью воды. И я хожу в спортзал, и у меня есть бутылочка с водой. И ты молодец. И когда ты тренируешься, я это точно могу сказать, я мастер спорта. Когда вы потеете, из вашего организма моется в первую очередь кальций. Кто не знал, запишите. Кальций, дефицит кальция, которого вы никогда не вы не восполните его в полной мере, если каждый день вы пьете фиговую воду, каждый день вы тренируетесь, каждый день вы потеете, и ваши поры гонят из организма все микро-макроэлементы. И то, что у вас сегодня дома, и то, что приготовила компания, ребят, это просто бомба. Две кассеты. Как надо понять? Вы ставите кассету, и вы реально понимаете, что в первой кассете PH-баланс. Она называется PH-баланс. Я думаю, что на ролике показали. И вы знаете, что бодрость вам обеспечена за счет того, что повысится щелочная среда. Все бактерии, микробы не смогут размножаться в этой среде. Не смогут. Они будут биться. Их будут блокировать, и вы будете все время бодры. Вы с бутылочкой, вы в спортзале, вы на огороде. Есть огородники с бутылкой прямо в теплицу. Но вы точно будете знать, что у вас хватит здоровья, и у вас не будет дефицита. Вот составляющая, которая не восполняется. И вторая кассета. Ребят, кто знает, что такое магний? Кто стрессует, когда закрывает период, поднимите руки. 10 кувшинов на закрытие периода. Сидите около компьютера, пьете, там есть магний. И ты спокоен, и ты понимаешь, что следующая квалификация открыта. Кто хочет следующую квалификацию? Вы покупаете 2 кувшина, чтобы больше микро-макроэлементов к вам поступали. И в первую очередь магний. Вы сейчас реально понимаете, что все родители хотят, чтобы дети их были лучшими. Прям Софьи Ковалевские. Все куда-то вы их водите. Но вы плохо понимаете, что им не хватает именно магния. Магния в воде, которую они много пьют. Фтор. Кто знает, что такое фтор?
таблица Менделеева. Учили в школе. Отлично. Но мало кто понимает, что этот элемент необходим всегда. В еде его сложно. Пьете через вторую кассету. Пьете, он пополняет организм. Пьете, он пополняет ваш организм. И все, что творится с дефицитом, пополняется за счет просто элементарного, простого действия. Пьем. Пьем. Дальше вы знаете слово на выходе. А микроэлемент остался в организме. Он не вымылся, он не вывелся из организма у вас. Не вывелся. Ребят, и я точно могу сказать, я пробовала эту воду, мне посчастливилось ее попить. И, ребят, я наливаю, и я уже как женщина. Я же все-таки женщина, правильно? Ну так, вроде как. Я реально очень хорошая хозяйка. И я когда наливаю, вот вы видели на ролике, какой он красивый? Я сказала, какой он полезный. И вы это знаете, и вся ваша семья в безопасности. И когда его наливаешь, кто ненавидит, когда капли вот так льются? На скатерть, на хорошую. Ни одна капелька не падает мимо. Это такой крутой продукт лично для меня. И второй момент — вкус. Кто хоть раз видел, как пьет ребенок маленький, который бежит к тебе и говорит: «Мама, мама». И ты ему даешь не из бутылочки, а из стакана. Они пьют по-другому. Дети пьют по-другому. И вы понимаете, когда вы даете своему ребенку пустую сейчас воду, или вы будете обогащенную, обогащенную. Иммунити. Кассета иммунити, она и называется так. Иммунити – это все, что связано с вашей здоровьем. И сторожок у вас всех бактерий, микробов переловит. Кто с этим согласен? Останьте те, кто в первом заказе сделает себе потрясающую покупку. Вставайте, кто сделает точно. Ребята, вы большие молодцы. Если есть соседи, которые не встали, вот так их. Потому что нам нужно здоровое поколение профессионалов Greenway и здоровые партнеры. Спасибо вам большое.